Актриса театра и кино удивила поклонников новой прической. В среду вечером в Москве прошел показ спектакля Александра Молочникова, посвященного Октябрьской революции. Одну из ролей в постановке сыграла Паулина Андреева. 1 ноября в МХТ имени Чехова состоялся пресс-показ одного из самых ожидаемых спектаклей – постановки «Светлый путь». 19-17 режиссера Александра Молочникова, приуроченной к столетию Октябрьской революции. По информации журналистов, деятель искусства переосмыслил это событие в жанре утопии. Главные роли в спектакле сыграли Виктория Исакова, Артем Быстров, Игорь Верник, Паулина Андреева, Ирина Пегова, Артем Соколов и другие. В социальных сетях театра появлялись фотографии, сделанные во время репетиций. На них можно было увидеть, как актеры готовятся к премьере. На долгожданном показе Паулина Андреева удивила первых зрителей. Девушка предстала перед публикой в неожиданном образе. Артистка распрощалась с длинным локонами и сделала дерзкую стрижку под мальчика. Правда, некоторые поклонники Паулины решили, что она надела парик ради роли. На премьере Паулина появилась не в длинном вечернем платье, а в более демократичном образе, в черных брюках и светло-коричневом свитере. Образ актрисы завершали массивные черные ботинки. Коллеги Андреева оделись в таком же стиле.